Привет, друзья! Если вы не хотите, чтобы Сэхер расстроился, а также если вы хотите, чтобы Сэхер простила Ямана, давайте нажмем кнопку «Нравится» и увидим наш номер. Простит ли Сэхер Ямана? Как примирится Сэхер и Яман? В чем коварный план Джанан? Султан умрет. Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Сразу перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенное». В новом эпизоде сериала «Доверенного» Яман сожалеет, что не доверяет Сэхер. Потому что Сэхер была полностью измучена этой незащищенностью. Фактически Сэхер покинула Ямана. Яман тоже осознает свои ошибки в этом процессе. Потому что Яман – это тот, у кого с прошлого были проблемы с небезопасностью. Вот почему Яман всегда боится быть брошенным. Сэхер вышла замуж за Ямана, не решив этой проблемы. Если Сэхер снова простит Яман до того, как эта проблема будет решена, она совершит большую ошибку. Яман по-прежнему не доверяет Сэхер из-за каких-либо мелких проблем. В результате Сэхер и Яман снова расстаются. Яман думает обо всем этом и пытается заставить Сэхер простить его. Но это будет непросто. Потому что Сэхер какое-то время не простит Ямана. Но позже Сэхер понимает, что Яман сожалеет. Вдобавок Сэхер дает Яману последний шанс. Если Яман не сможет воспользоваться этим шансом, с этого момента он навсегда потеряет Сэхер. Зухаль и Джанан продолжают свои злые дела с того места, где они остановились. Отъезд Сэхер из особняка делает их счастливыми. Но неожиданно для Ямана Сэхер возвращается в особняк. Увидев это, Зухаль и Джанан тоже сходят с ума. Отныне они даже строят худшие планы на этот гнев. Потому что они оба не останавливаются, пока Сэхер и Яман не уйдут. Сэхер и Яман должны быть осторожны с этим. В противном случае Сэхер и Яман оказываются на грани разлуки. Скорее всего, султан еще сможет раскрыть истинное лицо Джанан. Султан показывает, что Али и Яман – братья. Также султан говорит, что мать Ямана – очень плохой человек. Потому что султан получил всю информацию от Арифа. Даже султан знает, что Джанан – очень плохой человек. Султан пытается не навредить Яману и Али. Затем султан раскрывает всю информацию. Яман и Али также видят истинное лицо своей матери. В результате Яман и Али наказывают его мать. Таким образом, никто не может разделить троих братьев и сестер. В конце концов, Зухаль и Джанан также арестованы и заключены в тюрьму. Но не будем забывать об этой возможности. Если Джанан узнает, что султан знает правду, султан может убить. Потому что Джанан не хочет, чтобы ее настоящее лицо было раскрыто. Вот почему султану нужно быть очень осторожным. В противном случае Джанан положит конец султану. Что ж, умрет ли султан, прежде чем раскрыть правду? Буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы об этом думаете. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья. Для большего количества видео не забывайте подписываться, ставить лайки и открывать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова. Спасибо, до встречи.